Всем привет, ребят! Многие из вас просили затестировать и показать имбалансную Фрею, которая будет неубиваемая. Я вам сейчас это покажу. Мы заодно потестим, посмотрим, как можно собрать максимально дефную Фрею. Многие из вас знают, что Фрея имеет ограничение входящего урона 18 тысяч. Это, в принципе, нормально, этого хватает. На 30-м прорыве это более чем достаточно. Так, его уберем. Давайте огника уберем. Поставим сюда Фрею. В основном все привыкли собирать Фрею под атаку, под PvP локации. В последнее время пошла тенденция собирать Фрею. Вот с такой вот, например, с таким талантом. Вот. По локации и под битву гильдии в основном. Так, вот давайте в такой сборке. Сейчас ее просто выброшу, покажу вам. Потому что есть много новичков, которые не знают. Вот 18 тысяч входящий урон. Если будет срабатывать вальс клинков, новый талант, один из последних, будет отхил. Но так как у нас недомогание срабатывает, отхила у нас нет, то есть она сливается. 18 тысяч. Делаем следующее. Как уменьшить входящий урон еще более, скажем так, существенно. У меня должна быть... Вчера забрал. Вот. Девятая огненная защита. Если вы поставите сюда там каменку, она не сработает. А вот именно огненка, она урежет сейчас там урон. Еще дополнительно на 50%. То есть у нас должно быть 9000. Это у нас и есть. То есть, соответственно, она уже в два раза лучше себя показывает. В два раза дольше ее будут бить не по 18, а по 9. Еще какие есть варианты? Давайте используем... Ну, вариант на отхил, если вы хотите отхил максимальный. Вы можете, у меня здесь просто стоит недомогание, вы можете взять одну из таких топовых чарок, вот такую вот, вот такая вот чарка у нас. У меня просто недомогание стоит, почему? Потому что оно топовое на PvP локации. Вчера мы бегали лабиринт на стриме 6 часов и затестировали это все. Вот, смотрим. Тех же самых 9000, но если будет отхил, он будет в два раза больше. Ничего себе, по 18 пролетает. Это каким боком? Интересно. Интересно, интересно. Это с чего вдруг? Ну вот 9. А, то может быть отражал какая-то была. Ну не знаю, смотрю, и 18 прилетало. Скорее всего. Вот, то есть 9000. Это максимум, который она получает. Если вам этого мало, вы заходите в чары, если они у вас есть. Собираете ее. Есть у нас одна очень неплохая чарка. Называется вот так вот. Победный выпад. Ну, я меняю, а с вас, конечно, лайки за слитые топ-чары для того, чтобы увидели, что же все-таки для Фреи лучше. И ставим. Что мы имеем, ребят? Входящий урон. Это, скорее всего, отражалка. Скорее всего, отражение у нас идет по 18 тысяч. Но входящий урон 6300. За счет того, что мы поставили, сори, уже захрип, целые 3 дня с вами разговариваю, 6300 это входящий урон по героям. Ничего так, да, отхил сразу же у нас получился, один раз сработало, плюс 500. И это еще не все. Я просто не буду тратить чарку, но я вам просто покажу, как сделать еще более неубиваемую Фрею. Такую вот Фрею можно использовать...
на битве гильдии там, допустим. Но она все равно лучше поставить, если вы хотите битву гильдии, вы ставите маскировку сюда. Питомцем, соответственно, вы цепляете сюда, допустим, его. Я вам сейчас еще не показал. Можно это еще все улучшить, если вы здесь в снаряге наролите 6 уклонений. Я просто уже этого не делаю, там выпала точность и крит как раз нормально. Вы можете поднять уровень чары вот этой победного. Еще плюс. Ну, 2%, конечно, но и вы увеличите урон от нее. Ну, это несущественно. Вот такая вот сборка. Она будет у вас неубиваемой. Даже если там будет Фрэнк, вас маскировка будет спасать. Здесь, как видите, 18 тысяч уже обратно вернулось, потому что мы убрали огненку. Но у нас она сейчас дойдет до 30%. И она будет уходить в инвиз. То есть она из один из героев, которые... Ничего себе. Да ладно. Нормально, посмотрите, как законтачил этот. Никогда не бегайте, не выпускайте возле землеройки. Землеройка злая. Вот, допустим... Возле огника можно выпустить. Огник не страшен. Вот. И внимательно смотрите, что у нас получится. Зачем кто там драку заставить? То есть таким вот образом, конечно, у нас дев. У нас входящий урон уже больше. Вот. Ну, плюс надо ставить выживание. То есть такая сборка. Ну, вот. Отхил у нас пошел. Я вам просто показываю на топовых героях на 30-х. Если вы где-то зацепитесь в другом месте, это будет, вот, например, либо через Фрейю, через Огника не обязательно бежать. То есть надо высадку, место для высадки искать другое. Я вам просто уже пошел на топового героя, чтобы вы просто понимали смысл данной сборки. Неплохо выживание. То есть другой вариант выживания плюс маскировка, он даже будет получше, потому что у вас будет... Защита 3 секунды и потом фуловый отхил с инвиза. То есть этот вариант получше будет, чем вальс. Но вальс дает вам еще и атаку, что в принципе тоже неплохо. Плюс отхил от уклонения. Но надо уклонение на роли. То есть такое, знаете, либо то, либо то. Такой вариант тоже хорош, но это еще тоже не все. Вот огник, видите, вот через героя, если идти, ну, 97% набили, то есть этого вполне достаточно. Так, следующий вариант. Давайте сейчас попробуем. Может, я слаблю, если получится. Немножко помучаемся. Фрейя сама по себе очень обалденная и универсальная. Ну, передача энергии, таким образом вы сможете понизить атаку вашего противника. О, вот оно. Вот этот вот талант тоже очень имбалансный для Фрейи. Если вы попадете на такую Фрейю, вы ей ничего не сделаете. Показываю почему. Вроде все нормально, да, вот 5-5 плюс 50% жизни, и каждый удар отхиливает дополнительно. Смотрите, я уберу сейчас, поставлю выживание, вот такая вот сборка. Потом я вам еще одну сборку покажу интересную. Смотрите, что у нас происходит. У нас бьют, попадают. Ну вот Космо, допустим, мы будем сейчас уходить
Пусть нас бьют. Вот, кстати, интересная очень ситуация получается. Космос воодушевление. Я смотрю, нету недомогания, но у нас нету и смотрителя. Мы не активируем недомогание на противнике. Вот, мы пошли в инвиз. Или еще не пошли. А значит, пойдем. Вот, full отхил. Вы ничего не сделаете. Это еще тоже не все. Этот талант, он работает ударом с руки. То есть, если у вас будет... Мы пойдем на экспедицию где-то. Даже я сделаю сейчас по-другому. Ну, то есть, я вам саму суть показал. Сейчас так, чтобы вы понимали максимум отхила. И теперь смотрим. Отхил от таланта, отхил от эмблемы, отхил от чарки. Три отхила в одном герое. И при том героя есть ограничение входящего урона. Заходим. Блин, ну я не знаю, идем на рейды. Тут, конечно, у меня сразу же парализуют. Но просто если она будет бить, нет, видите, опять Фрэнк закидывает. Это надо ставить от стана. Сама такая суть очень хорошо подходит для PvP локации. Вы такую фраю не убьете. Поехали на арену, может на арене. Блин, это опять же не то. Смотритель их, наверное, всех жахнет. Я надеюсь, мы кого-то хоть встретим на арене. О, по верхнему это не пойдем. Смотрите, у нее идет... Ну, блин, это не топовый противник. У нее идет сразу отхил от всего. То есть вы ее... Даже если вы ее пробьете, она раз у ворот получила, отхилилась. Ударила, отхилилась. Просто у нас здесь питомец стоит. Немножко не то. Надо ставить на такую сборку. Для теста. Просто нету противников сильных. Надо в топ вырываться. Сюда ставите слона. И все. И идете, например. Я надеюсь, тут хотя бы будет. Можно ставить там с пактом Фрейю делать, да. Ну... Это опять же, вы ее ограничиваете. Я, допустим, бы поставлял такой вариант. Это, конечно, топовый вариант. Максимальные прокачки, как обычно напишут. Но есть к чему стремиться, скажем так. То есть, если вальс выживания у вас будет. Вот, она будет себе сразу же с трех отхил брать. То есть, ей без разницы. Я надеюсь, мы сейчас встретим здесь хоть какого-то огника. Но это будет реально жестко. Видите? Это не имба, ребят. Забудьте.
Короче, в общем, я вам саму суть показал, как сделать топовую Фрею, которую, ну, нереально будет просто убить, и ничего не спасет. Да, есть нюанс недомогания, этот нюанс есть, но для этого ставите маскировку, жертвуете утеканием одним из отхилов. Вам вполне хватит отхила с удара, отхила с вальса, который, блин, просто бешено хилит. Ну, видите тут. По противникам печаль. Вот такая, такой билд, ну, они просто ничего не сделают. Плюс у меня есть урон. Но вот, допустим, Фрейю такую же я встречу, как вот здесь, да, с утеканием, я и ничего не смогу сделать. Они будут друг друга бить очень долго. Поэтому для PvP-локации я все-таки ставлю недомогание вместо этой чары. Я просто вам поставил уже. Как раз, видите, получилось, показал. Как собрать вообще просто неубиваемую? То есть вы ее, что вы там бы ни делали. О, отлично. Давайте еще раз нападем. Она будет второй, там будет огник у нас. Просто может он хоть чуть-чуть задамажит, я надеюсь. Вот, он миссает. Чем больше бьют, чем больше, скажем, ей пофиг. Вот смотрите, парализовали все дела. Все очень плохо. Раз, она на фуле за счет вальса. Сейчас опять то же самое. Возможно, ее там начнут, добьют до половины. Она опять же. То есть тут такой вариант, если вы поставите маскировку сюда, вы такую Фрею не убьете без недомогания. Надо будет очень много героев недомогания. Посмотрите видос, как я проходил таких Фрей вчера в лабиринте, кому интересно, там реально были топовые пачки, мы там воевали. Видите, не может попасть нормально по огнику, не можем затащить. Вот. Поэтому вот так вот, ребят, такая вот сборка, то есть как собирать правильно, я вам еще покажу некоторых героев, какие билды можно сделать топовые. Для донатов, для без донатов нет у вас там максимального, поставьте меньше левел. То есть тут это такое уже, это условности, больше, меньше левел. Сама суть, что герой реально очень универсальный, и использовать его можно везде, начиная там архидемон, PvP локации, фарм локации, просто надо правильные сборки делать, и будет вам по сути счастье. Так, вот еще оно, поехали. Интересно. Тоже вражеская Фрейя есть. 20-е, 30-е прорывы, ребят. И что мы видим? А мы видим, что 30-й огник, ну, вроде как бы и тащит. Ну, есть? Не, ну, они ничего не могут ей сделать. А, вроде и заморозка есть, и Фрейя противника есть, и огник есть. Но они даже вот сбивают максимум до половины, потом full отхил идет, и все за счет вальса. То есть одно, один вальс срабатывает, она у вас отхиливается на 60, ну, на 50%, она не десятка, и все. И если вы попадете на такой, вы ничего не сделаете. Вот так вот. Поэтому пишите комменты, как обычно, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.